Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Передача к голкиперу, медленно развивается атака. Эриксон. Игра началась, смотрим.
Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Немного пижонят, пасы пятками раздают. Защитники говорят спасибо. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Азар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Когда бьют с такой дистанции, сложно назвать это голевым моментом. Санчес. Немного поторопился он вне игры. Разгадали замысел соперника, они и... Нет, такими ударами его не пробить. Хорошо укрывает мяч корпусом. Пас на ход партнеру. Посмотрим за этой атакой. Он, наверное, уже видел мяч в сетке, и тут такая потеря. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Месси. В этой атаке оборону пройти не удалось. Блестяще. Увидел открывание впереди, делает передачу. Свисток штрафной. Нужно забивать и выходить вперед. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. 1-0. Сейчас будет веселее. Херман. Да Сильва. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Месси! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Азар. Штрафной ставит судья. Мяч потерян. Отличный перехват. Тут может что-то получиться. Месси! Легко справляется вратарь с угрозой. Пересек мяч боковую линию. Это может быть Азар. Вратарь, что творит, а? Ботем. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. И пробил. Мяч за пределами поля, угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Надо собраться, там поле кончилось. Туда пасовать не надо.
Месси. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отлично сыгран. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Арсенал. Эриксон. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Азар. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Просто невероятный перехват. На пару решили разыграть эту комбинацию. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И удар должен последовать. Аут. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы, очень технично и качественно футболист. И голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Эриксон. Херман. Может получиться интересная атака. Удар. Прекрасный гол. И даже на повторе до последнего момента не верится, что мяч все-таки попадет в ворота. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. У защиты оказывается мяч. Тут опасности нет. Сыграл бесхитростно, но надежно. За боковую вынес. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Атака продолжится через фланг. Азар. Свисток штрафной. Посмотрим за этой атакой. Судья добавляет 3 минуты. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Хорошо увидел партнера впереди. Проходит передача. Что он придумает? И это удар! Красиво сыграл вратарь! Давайте посмотрим, как они попытаются ликвидировать свое отставание в счете с помощью этого углового. И вот место подачи — розыгрыш углового. К дальней штанге летит мяч. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Ну что же, интересно. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Вот. Навязывают ему борьбу.
Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Надо забивать и сравнивать счет. А ведь мог сейчас сравнять счет. Даже не мог, а обязан был это сделать. Момент-то был очень хороший. Мяч покинул пределы поля. Да Сильва. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. От ворот будет мяч в игру. Отлично сыграно, надо решать. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хороший пас на ход. Эриксон. Да Сильва. Ну, действительно, гостям можно и попрессинговать немного. Ну, если есть силы, то почему бы не попробовать под... Шикарный момент! Мимо! Как он не попал? Прекрасный был момент, чтобы сравнять счет. Обидно, конечно, упускать такую возможность, но теперь нужно скорее об этом забыть и создавать новые моменты для взятия ворот. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Буатен. Неплохой заброс вперед. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Потерял он мяч, но кому он достанется? Месси. Есть возможность быстро доставить мяч. Получает он эту передачу. Может быть опасно. И это гол! Эти парни просто так своего не отдадут. Еще недавно положение было чуть ли не безнадежным. А теперь уже ничья. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч уходит на угловой. Мяч летит в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Буатен. Все верно, края надо чаще задействовать. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Судья дает продолжить. Без грубой вратарской ошибки мяч с такой дистанции в ворота не попадает. Да, что называется, хуже не придумаешь. Знаешь, я немного беспокоюсь за его здоровье, как бы его свои же после игры не прибили. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хороший по задумке пас. Это шанс! Забивай! И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Пока неплохо. Опасно! Невероятное спасение! Ну что, сумеют ли они отыграться с этого углового? Решили коротким пасом разыграть этот угловой они.
Тренер гостей задействует тактику, видит игрока впереди и отдает пас на ход. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. 15 минут до конца основного времени матча. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Да, это был удар на удачу. Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Ставит корпус, не расстается с мячом. Это может быть опасная атака. Там есть кому сделать передачу. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Тут может что-то получиться. Мяч потерян. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Вратарь намертво забирает мяч. Три минуты добавлено к основному времени. Хорошо увидел партнера впереди. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Не точный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ну что, мастерски отработал арбитр, не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку, и вот теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. И заканчивается эта встреча. Просто шикарно отыгрались. Хотел особенно отметить проигрыш.